Всем привет, ребята! С вами снова я, на сетке Индинес. И сегодня я буду продолжать играть в Bigfoot Lefty SCP Mango. Так, еще раз. System Error скинул для той Бонни. Бало разголосом той Бонни. Он крутится где-то болото. А, у нее загорелись красные глаза. О, у нее красные глаза. Блин. Для циркусбой. Он-то с магнитом, это обычное. Начнем. You know I would find you. We need you, so we have a place to hide. You know I would find you. We need you, so we have a place to hide. Ah!
there's something bad inside of me. Hold still. You won't feel a thing. Еще раз. О. Hold still. You won't feel a thing. Последний раз. Голый экзоскелет. Thank you.
все-таки за чипсы. Something bad always happens. Always. Блин.
Опа! Еще раз Балора. Опа. Точно Балора. Для Балора опять. Это было нормально, то есть легко. Так, Рингмастер Фокси. Ой, кто это? Неужели это Рингмастер Фокси?
Да. Что мне дадут? Запчасти, остаток, опыт. А где ЦП? Плюшевый костюм или иконка? Так. Вот она. Еще с пилой в руках. Наконец-то я победил тебя! Так. Cold Spring Trap. Блин, я Spring Trap'а вообще не люблю. Они такие суровые. Вот он. С молотом в руках. Опа. Блин. Надо указать, как его глаза горят. Его глаза белые. Как раз он появляется. Вот иглы красные. А вот он бежит. Блин. О! Я избежал его нападения. Ай! Ой! Блин. Хватит туда-сюда появляться. Надо указать, как его глаза горят. Так. Блин! Got you!
Блин, он меня поймал. Так, Фонтан Фокси. Вот она. Его глаза горят белыми, то нужно на него смотреть, а не отворачиваться от него. Последний раз. Вот она. Ладно, ребятки, на этом я заканчиваю. Кому понравилась еще одна серия по FNAF Art, то обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайк этому видео. Ну а с вами был я, Насеткин Денис. Всем пока, ребята.